Снова здравствуйте, мы продолжаем серию наших бюджетных рецептов. И сегодня мы будем делать макароны с тушенкой. Сегодня нам понадобится говядина, две луковицы, макароны, перец, хмель-сунели опционально и, конечно же, соль. Из тушенки нам бы надо вытащить жир. Как найти жир в банке? Он белый. Из-за того, что жира у нас мало, поэтому мы будем догонять это растительным маслом. Комфорку. На максимум пусть греется. Сначала мы будем жарить лук. Теперь измельчим говядину, потому что это неудобно делать на сковороде лопаткой. Лук. Нам нужно его нарезать полукольцами средних размеров. Вскипячу воду. Да. Все-таки я переборщил и часть лука уберу, потому что его прям очень много. Чем чаще мы этот лук будем перемешивать, тем лучше. Лук нужно дожарить до золотистого цвета. Я вижу, что лук уже подходит, поэтому можно варить макароны. Итак, просто выкидываем все имеющееся мясо в лук. Все мы это перемешиваем. Пока накроем крышкой. Хмели-сунели. В общем-то, и перец. Еще раз перемешиваем. Уменьшаем огонь на плите. Теперь макароны. Нам нужно посолить их. Соль, ну так. Класс. Закипай, закипай. Так. Это 260 грамм макарон, ну, 250, например. Напоминаю, что нужно перемешать макароны после того, как вы их засыпали. Эти макароны нужно не доварить. Нужны недоваренные макароны, поэтому я время от времени буду их все-таки пробовать. Так, ну, я бы сказал, что это то самое состояние. Теперь я просто сливаю воду. Сливаю макароны в дуршлаг. И теперь наши немного недоваренные макароны я закидываю в сковороду. Ставлю огонь на минимум и перемешиваю. Таким образом даем мясу взаимопроникнуться с макаронами, ну, минут, наверное, 10-15. Макароны я не доварил, потому что если бы я доварил их до конца и потом кинул проникаться с мясом, то они бы разварились прям вообще в кашу. И, естественно, уже было бы не так интересно. Так-с. Все вместе заняло это у меня в районе 40 минут. Будет выглядеть это все вот так. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Если бюджетные рецепты вам заходят, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну и приятного аппетита!